Друзья, и опять из серии нам позвонили. Бегает собака, гноящаяся шея, замотанная проволокой. Ловца вызвали, потому что девочка или мальчик, мы не знаем, подходит на расстояние вытянутой руки, и все. Друзья, сейчас начнем операцию по спасению очередной жертвы живодеров или двуногих нелюдей, неважно как. Так, нас вызвали, это Кулаково, Чеховский район. Тут рыбалка платная. Бегает собака, на шее у нее проволока, и шея уже гноится. Собака не подходит, только подходит на вытянутую руку, не дается. Вот приехал ловец, сейчас будем отлавливать с ловцом. Я должна заходить. Да. Бонни, потому что тут... Так, Бонни здесь. Так, давайте я зайду, и вы за мной. Так, она здесь. Я их сейчас, стоп. Потому что отсюда ее действительно. Да, нет. Блин, там ничего не видно. Все, Бонни, выходи. Все. Так, мы выходи. Бонни, собаку. Давай, выходи. Раненую с проволокой на шее. О, вонище-то какое. Заходи, Лира. Бонни, отойди. Боника, снимаешь, я вот снимаю. Там, ну что, ее же найти надо, наверное. Она. Вот она к воротам, к двери побежала. Малыш. Хвостом виляет, но... Вон она побежала аж туда, за стеллажи. Жанька, иди, малыш. Не бойся, малыш. Иди сюда, мой хороший, иди. Да, мой сладкий. Не бойся. Шея прям вся гниет. Я думаю, Лили, не петля на шее. Петля, скорее всего, да. Я почти уверен в этом. Пытались отловить, думаешь, да? Я думаю, а ты просто не ходила, вот я когда ходил же туда. Ага. Там пролаз под забором, где она лазит. Ага. А в деревне куча пролазов на территории. Прям куча. И там это... Так, ой, есть. Боник! Боник, иди сюда! Иди ко мне! Иди ко мне! Ну что, убей, не убей. Ты что, первый раз видишь, как... Что там, проволока? Проволока. Боник! Ой, да толстая какая-то. Да не, она тонкая, это я думаю, что... Что, давай снимем? Иди, конечно. Неси нож из машины. Сейчас. Иди, принеси собаку. Я должен посмотреть. Человек, установивший эту петлю, он рядом с вами. Живодер, который скрывает свое нутро. Ведь он прекрасно понимает, что, устанавливая такую петлю, обрекает животное на страшную, медленную смерть, полузадохнувшегося от голода, от жажды. Если бы у нее... не хватило сил порвать эту проволоку, малышка бы так и умерла. Где-то там, привязанная то ли к забору, то ли к дереву, то ли к колу. Мы не знаем, где установлена была именно эта петля. Но то, что рядом с вами живет эта тварь, ребят, вы должны понимать, люди. В такую петлю может попасть и ребенок. Ведь наши дети часто лазят по огородам, по зарослям. В такую петлю легко может попасть ребенок. Лире повезло. Она смогла порвать проволоку и прийти к человеку. Ей дали воды, ставили мягкий корм, и она немного глотала. И тем не менее, рана, что у нее на шее, говорит о том, что ребенок с такой петлей ходил минимум неделю, полторы-две, не меньше. Рана глубокая и очень гноится. И это не срезано, ребята. Это именно сгнившая кожа на шее ребенка. Почему ребенка? Потому что Лира молоденькая девочка, до года. Она подросток. И у нее сейчас первая течка. Ребят, я не знаю, когда мы теряем человечность. Говорить на это можно долго и много. Я просто хочу попросить вас. Пожалуйста, оглянитесь. Присмотритесь к вашим соседям. Рядом с кем вы живете. Чтобы хотя бы понимать, чего можно ожидать. Какого удара в спину или какой камень через забор. Мы живем в страшное время. Берегите себя, люди. Берегите свои семьи, берегите ваших детей. И если у вас сохранилась капля добра, тогда помогайте приютам. Мы стоим между добром и злом. Мы пытаемся хоть немножечко уравновешивать ту жестокость, которая творится в этом мире. Вам выбирать, мои хорошие, где вы, на чьей стороне. И сможете ли вы пожертвовать приюту 100 рублей? Включить автоплатеж на телефоне. Мы не просим много. Людей много. А мы просим от вас всего лишь каплю. Каплю вашего тепла. Храни вас Бог, люди.